почему тут так воняет? Это я пукнул. Данная манипуляция называется пердуляция. Допустим, вы зашли в автобус, а места все заняты. В дело вступает данная манипуляция. Мы медленно подбираемся к нашей жертве и спускаем шептуна. Один раз я так пукнул, что все потом бежали из автобуса. Как видите, манипуляция очень рабочая. Ну это пиздец какой-то. Фирма Ирбис. Ёкарный бабай. Да, ебать его в рот, блядь. Эй, долбоёб, блядь, ты кто на... Съебалось чудище! Блядь! Да ты заебал! Я хочу вонючий хуй... Отрыжку, как у Годзиллы, и потные яйца.